26 мая, в преддверии старта нового гоночного сезона, команда «Лада Спорт Роснефть» провела традиционную презентацию. В 2022 году «Лада Спорт Роснефть» будет представлена в трех видах отечественного автоспорта. Наибольшее представительство команда будет иметь в российской серии кольцевых гонок, где является действующим чемпионом в классах «Туринг» и «Туринг Лайт». В самой престижной категории российского кольца, туринге, состав пилотов не изменится. За победы здесь будут бороться Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев. Зато существенно обновился автомобиль, который теперь построен на базе рестайлинговой «Лады Весты». Помимо иной внешности, машина получила несколько значительных технических изменений. К сезону 2022 года была переосмыслена подвеска, внедрены новые КПП и выпускная система, обновлены элементы системы безопасности, а также пересмотрена аэродинамика. Был доработан бампер, передний, задний. Новые пороги. Если вы посмотрите на передние крылья, да, там отводы воздуха грязного появились. Поэтому, да, по аэродинамике будет улучшение, уменьшен CX в автомобиле. Я думаю, что это все поможет нам для того, чтобы бороться с соперниками. Обновлен и облик «Лады Веста 1.6Т» класса «Супер Продакшн». За рулем новой машины дебютируют пилоты, ранее в «Супер Продакшене» не выступавшие – Иван Чубаров и Леонид Панфилов. Наконец, чемпионский автомобиль «Лада Гранта R1» категории «Туринг Лайт» изменений не претерпел. Задача подтвердить статус быстрейшей машины чемпионата поставлена опытной паре пилотов – Владимиру Шишенину и Андрею Петухову. Как всегда, надеемся на хорошие результаты, чтобы не сглазить. Да? А что касается техники, наши инженеры, наши механики сделали все возможное и невозможное. Кстати, интересная новость. В нынешнем сезоне команда «Лада Спорт Роснефть» дает старт новому амбициозному проекту, дебютируя в ралли-рейдах. Специально для этого в стенах компании «Лада Спорт» создан автомобиль «Нива Legend», построенный по техническим требованиям класса N. Зрители смогут увидеть его в числе участников ралли-марафона «Шелковый путь». За рулем новой машины выступит чемпион и обладатель Кубка России по ралли Дмитрий Воронов, ассистировать ему будет один из самых опытных рейдовых штурманов страны Евгений Загороднюк.